Всем привет! Всем привет! Сегодня мы сыграем в игру. Мини? Игра, настольная игра, мини-боулинг. Да. Да, мы купили фикс-прайс, и нам очень нравится эта игра. 100 рублей, по-моему, стоит. Да? Да. Сейчас мы сыграем. А победителю достанется небольшой приз. Да, играть будем... До 3 очков. До 3 очков, да, 3 раза и по 3 удара у нас будет, да? Да, 3 попытки. 3 попытки. Так, в наборе у нас идут кегли, мячик. И вот дорожка такая. Дорожка. Да? А вот это она крутится и можно управлять в какую сторону. Вот тут мячик, а тут вот кегли. Да. Так будем бросать. Да. Расставляем кегли. Там. Там указаны точечки, куда нужно ставить. И мы так и делаем. Полина, как младший игрок, будет ходить первая. Что, все сбилось, что ли? Да, с одной попытки. Вот это да! Здорово! Ничего ты не улавливаешь. Ну, круто! Теперь мой ход. Бросок мой. Первая попытка. Тоже с первого раза. 1-1. Раунд номер 2. И бросок Полины. Так, остались 3 кегли. Еще 2 возможности. Вот, можно поворачивать. Все, что ли? Да? Ну, круто. Вот это да. Так, сейчас мой бросок. Мамин продолжаем. Чего-чего? Мамин бросок. Продолжаем раунд номер 2. И да, мой бросок. Так, еще у меня осталось. Угу. Так, сейчас мы вот... Ура! Я тоже победила. Это у нас первый раз так, да? То обычно мы с 3 попыток не можем сбить. А тут у нас с первого, с второго раза сбивается. 2-2. 2-2. Заключительный раунд. Третий. Так, давай еще. 2 попытки у тебя. Что, все, что ли, опять? Да. Да ладно. Вот это да. Ну, теперь мой ход. 3-й заключительный раунд и мой бросок. Ой-ой-ой. А, вон одна стоит. Так, еще 2 попытки у меня. Ой, как я слабенько. И 3-й. Такой просто грохот. Все. Я выиграла. Ну, поздравляю вас, мадам. С победой. То есть у нас 3-2. Да? Да. Так, сейчас будем вручать приз. И приз победителю. Вот такой. Будем искать котенка. Держи, открывай. Пленочка. А, дай-ка я пленочку подцеплю тебе, да. Открываем. Еще одна баночка. Да, а вот там что-то, мне кажется, на крышке с той стороны было. На крышечке. Вон на той, на синенькой переверни. Покажи сюда. Есть там, да? Вкладыш. Вкладыш там. У нас вкладышки есть, у меня есть один котенок уже. Да. Ну давай достанем котенка, а потом вкладыш посмотрим. Я. У меня там был белый, а здесь? Тоже, мне кажется, здесь белый. Нет. По типу как молочко, нет? Ты смотрела, был другой? Белый. Белый. Пакетик. Так, открываем. В этом пакетике...
А, я уже знаю, какой котенок. Вот да, такой. Это подсказка, что ли? Да, ну, подсказка, наклейка. А, да, наверное. Ну, красивый. Какой котеночек. Зелененький, как бы, да? Какой-то. Ага. Давай пакетик я тебе разрежу. Там. А то у меня был синий котенок. Синий? Это похож. Помнишь, какой был? Я вытащу. Ой, какой милый. Ой, какой милаш. С молочком. Хвостик такой маленький. Да. Так, ну и все, наша игра закончилась. Мы скажем всё. Всем пока. Пока. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Little Поля. Ставьте лайки. И еще ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал Little Поля. Всем пока-пока.